Всем привет! 45-летний Роман Костомаров борется за жизнь уже 9 дней. Сегодня стало известно, что врачи приняли непростое решение. Жизнь олимпийского чемпиона буквально висит на волоске. Медики делали все возможное, чтобы его спасти. По информации СМИ, фигуриста намерены отключить от аппарата ИВЛ. Такое решение принято для того, чтобы провести очередную процедуру ЭКМО. Эта процедура насыщает кровь пациента кислородом, что поддерживает жизнь Костомарова. Уточняется, что отключение от ИВЛ – хороший знак, поскольку теперь организм звезды льда уже может функционировать самостоятельно. Кроме того, стало известно, что жене Костомарова разрешили впервые его посетить. Оксана Домнина находится сейчас в пути. Супруга впервые увидится с мужем с момента его госпитализации. Напомним, фигуристу стало плохо 10 января. Его экстренно положили в больницу в Коммунарке. Медики диагностировали пневмонию и двусторонний гидротаракс. Более того, болезнь усугубилась сепсисом, из-за чего у Костомарова даже посинели ноги. При этом специалисты считают, что у олимпийского чемпиона есть шансы выжить.